Так, что там надо, так? Подготовить, завести сначала. Ага. И орать. Да, и... Двойной бай. Девчачий. Ильчакай. Гробика давай. А как думаешь, вот интеллект человека и его способность к шахматам это связано? Может ли тупой хорошо играть? Может. Ну, есть такие быдловатые, неотесанные и неэрудированные люди, которые хорошо играют в шахматы. Бывает такое. К сожалению. Хотя все равно у шахмат имидж такой, якобы ты интеллектуал, и это идет тебе на пользу. Когда люди думают про тебя, что ты умный, как-то ты чуть-чуть становишься умнее от этого. Mm. Так работает. Реально, когда тебе крутым, что ты умный, то ты чуть-чуть умнее от этого становишься. Так что играть в шахматы, люди будут думать, что вы умные, и от этого вы поумнеете немного. Вот такая схема. Лайфхак. Скиньте. Какой типичный портрет шахматиста? Типичный, вот я типичный портрет. Да? Соответствуешь типичным? Да. Я классика. Практически баян. А в школе ты играл уже? Конечно, да, с детства играю. Иначе как? Иначе никак в этом бизнесе. В 7 лет я начал, это уже поздно на самом деле. 7 лет это по нынешним меркам ты уже старик просто. А как ты пришел к тому, что шахматы? Где таблетки забыл. Ну вот как пришел? Наверное, этот вопрос спрашивают все всегда, да. Нет, кстати, никто не спрашивает обычно. Секрет? Не, я задумался над ходом просто. Отец научил меня играть. Как-то вот когда у тебя получается с самых первых азов. С первых шагов, то, как правило, ты это начинаешь любить. Я вот так вот заметил закономерность. Футбол у меня хорошо получался, я футбол полюбил, и шахматы. Первый турнир пришел играть, сразу выиграл. Видимо, так это вот работает. Сразу должен выигрывать. А иначе ты не сможешь полюбить по-настоящему. Так, у меня хотя туз есть. Нет, конфетка прям пушечка. Да, она такая сливочно-матчевая. Матча. Сюда задвинул. С кем я играю? Эль Чанай какой-то. Откуда он из Колумбии? В каких странах ты был? Да не так много было, на самом деле. Но в том году вот поездил. Да, у тебя впечатление по Инстаграму создается, как будто ты просто... Знаешь, это инстаграмная фейковая реальность. Как будто ты вообще, да, путешественник со стажем. Не-не, не особо много путешествую. Ну, немножко поездил, да. Ну, правда, по одним и тем же странам. В Турции был сейчас. Турция, Дубай в том году. Азербайджан, Бали. Все, 4 страны. А ты где, на Бали только была? Да не, тоже много в где. В том году, имею в виду. А, в том году. Я уже забыла. Да, в том году, это этот год еще. Я считаю, как будто это... Я уже забыла, где я была там. Все, она помнит, она просто не палится. У тебя фанаты стерегут где-нибудь посуд, бывает такое? После концерта бывает. Часто на улице узнают фанат? Ну, сейчас нет, потому что у меня волосы обычного цвета. Когда были розовые, то сразу на фоне всего пейзажа моя розовая маленькая башка, она всегда выделялась. Тебе нравилось это? Нет. Ты такой кринж испытываешь или что? Какое чувство? Дина... Я очень такой чувствительный человек, меня легко выбить из колеи, у меня мало социальной батарейки, на самом-то деле. Батарейка. Идея для следующего трека. Да, я хика. Кто, хика? Я хика, да. Хикан вроде, там N на конце, или хика, так тоже говорят. Так тоже говорят, да. Это типа сигма, да? Сигма, если мужикова. А хикан это женская версия получается? Или... Ну это ж тот, кто дома сидит. Хикикоморя. Ну, типа, условно. Я не очень экстраверт, я скорее интроверт. Мне тяжело общаться с ним. Сигма, она сигма, в общем. Женская сигма. Так что я не прям уж, ой,
Так что я не прям уж счастлива, что ко мне подходили. Мне было тяжело. Но сейчас меня узнают редко и в меру, и это всегда чаще всего приятно, потому что это реже стало. Вот. Но я всегда ребятам, если не могу, не хочу, я занята, я не в ресурсе сейчас пообщаться там. Я всегда говорю, извините, пожалуйста, не хочу там фотографироваться, я не хочу общаться, они сразу отходят. Они легко принимают то, что у них своя жизнь и свои планы какие-то. Вот, мне недавно, я стояла, пропускала пешеходов, и меня узнали две девчонки, которые переходили дорогу. Фанатки? Да, я им махала, они мне махали. Машину мы узнали, я еще на пассажирском тогда сидела. Да. Ну это мило. Было очень мило, да. То есть фанат, надо курс по тому, как фанатить можно, да? Потому что иногда надоедают, прям бесят. Относиться как к людям, к своим кумирам нужно. А к тебе подходят, подходили? Ну, я не настолько известен, я думаю, по сравнению с тобой. Ну, подходили же. Был такой. Бывает, да, иногда, изредка такое бывает. Такое чудо бывает иногда, да. И как? Ну, обычно просто говорят, о, Макс, тебя смотрю, я говорю, давай. И обычно сфоткаться просят, я говорю, ну, давай сфоткаемся, и все. На этом... У меня не такого, наверное, как у тебя такой бывает, Алена! У тебя же такое бывает? Да, у людей так трясутся руки, что приходится брать их телефон и делать фото, потому что иначе они не справятся. Это меня очень умиляет. Хочется сразу помочь человеку. Сказать ему, чтобы он как-то... Успокойся, братишка, я всего лишь человек. Yes. Так, надо партию-то выиграть, тогда ты на воображаемом байке едешь, ты помнишь? Я не умею. Научим. Так, ты же на права сдала только луна. Что. Да. Так, луна. Ну, ребят, я вообще ноль репетиций примерно испытывала, я не играю еще уже на гитаре 100 лет. Так что там... На гитаре играть я почти не умею, но много миль... О, неправильные аккорды пошли. На гитаре играть я почти не умею, но много миллионов подростков со мной почему-то согласны. Наверное, им тоже непросто, и вот включаются звезды. Чё-та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 -
я тоже одна, на-на, на-на-на. Обижена и влюблена, на-на, на-на-на. Расстроена и холодна. Я привыкла писать эти сложные вещи такими простыми словами. И лунное сердце трепещет, оставит секрет между нами. Когда стану неинтересна, поранит, поставит на место, зажгусь в океане небесном. В честь Нового года Chessmaster запускает беспрецедентную акцию, в которой вы можете выиграть множество ценных призов. Просто записывайтесь на лучшую обучающую программу до первого разряда «Школа победителей», которая вас комплексно ведет до первого разряда. Фундаментальные знания, плюс получаете доступ к клубу, а также кучу подарков, включая новенький 15-й iPhone. Точнее, вы получаете право на участие в розыгрыше новогодней шахматной лотереи. Каждый участник, кто залетает на обучение, сейчас участвует в нашей шахматной лотерее с множеством подарков. Здесь есть подробные условия участия и какие призы. 15-й iPhone, наушники AirPods, шахматы Гарри Поттера и много всего другого. Акция у нас ограниченная, только для 200 участников. Больше не принимаем, чтобы у каждого были нормальные шансы зацепиться за призы. Потому что если 10 тысяч участников, сами понимаете, вероятность минимальная. А мы хотим, чтобы вы реально поборолись за эти призы. Ну и плюс, программа реально качественная. Множество отзывов. Так что, дорогие друзья, залетайте. Тем более, что с 1 января стоимость курса повышается до 35 тысяч рублей. То есть вы сейчас залетаете на самых выгодных условиях. Плюс участвуете в розыгрыше. Ну разве не кайф? Я думаю, что кайф. Поэтому бегом по ссылке в описании и присоединяемся к нашим новогодним акциям. Я спряталась просто за шторой на окне. Меня никто не нашел очень долго. Показывайте гроб. Вот он, гробик.
На самом экстримах ты не была, наверное, еще. Нет. Акстар, как он это, не переоценил, он четко играет? А он не играл, я. Не, ну вообще в целом, ты же видел, как он играет на гитаре? Ну я, блин, я была в восторге, когда видео посмотрела. Потому что я вообще на гитаре играю плохо, самоучно. Ну ты вот. Там покажешь сейчас. А там прям 100 мелодий, это все очень тяжело. Ноги мужчина, печальные картины. Я куплю вам краски и холст, и хрена. Да, что делать, уже забыл. Не хватает пузырёв. Давай, пузырьки, пузырьки, это то, что надо. У тебя сердце какое? Где зависает звук, ребят? Как он может зависать, не понимаю. YouTube может лагать сам, кто знает. Мне подсказывает тоже. Тебя за это могут бан влепить, типа за читерство. Ну, надеюсь, что твои подсказки не будут слишком гениальными. Какой-нибудь ход, ладно. Есть такая методика Hand and Brain. Короче, ты говоришь фигуру, а я уже решаю, куда ей ходить. Ну, допустим, вот это вот. Слон. Изогнутая. Слон, изогнутая. Блин, нет, давай другой момент. Тогда поня, конечно. Поня, ну, окей, поня еще можно. Вот так, поня 4 сыграем. Тут на b2 висел просто. На пешку напал тупо. Я защитил и на c6 напал сюда вот. Я играю только во взрывных котят. Что за игра взрывные котята? Ну это карточки. Это карточки, короче, они там бьют вот так друг друга. Кто кого перехитрит, кто кому подсунет. Подсунет подлянку, и ты взорвешься и проиграешь. Ну не. Блин, в переносном смысле. Кого бомбанет. Ну да. И снова похмелье, среда, понедельник. Мне кажется, мы реально как-то совместили несовмещаемые аудитории. Ну да. Что такое интересное. Можно назвать кринжем? Да нет, а чё? Вообще да, согласен. А что, кринж это плохо или нет? Не всегда. Я тоже так думаю. Это кайф кринж. Если даже кринж, это кайф кринж. C6 взять можно или нет? Вряд ли. Так, так, так. В общем, мне приходится иногда задумываться здесь. К сожалению. Такая специфика шахов. Так, а ты мне пока расскажи, как вообще прослушивание альбома. Вот я видел, следишь за чартами, как там это... Как в каком месте в рейтинге песня? Ну, мы были в чарте, не знаю, может, уже вылетели, потому что каждый день все это обновляется, и удерживаться, ну, это не так просто. Сейчас посмотрим, есть или нет. Спрашивают, Дубова знаешь ты? Я нет. Шахматист такой. Я правда не шарю. Да, я сейчас на 26-м месте ВКонтакте чарта Джоза. Ну это вообще солидно, я считаю. Ты как думаешь? Я думаю, это супер.
сейчас очень тяжело стало продвигаться как-то, и я стараюсь себя за это тоже там не корить, если не получается там быть популярнее Леди Гаги. Вот, поэтому это супер. На самом деле это супер. А у кого сейчас вышли альбомы вот в последнее время? С кем конкуренция? Big Baby Tape, Soda Love, Holiday Boy. Больше не знаю. Soda Love. Он с Кридом, я видел, да, там фит какой-то у него. Ты фанатка Крида? Ну, я люблю его некоторые песни, да. Ну, не прям фанатка, но мне нравится то, что делает. Я вообще фанатка, наверное, очень-очень мало как кого. Ну, кто любимый артист у тебя в самой? Земфира. Уф. Последний альбом как тебе нравится? Мне нравится все, что было до Borderline и включая Borderline, то есть до 22 года все, что я выпускала, это все я слушаю, а с 22 года там уже пошли какие-то такие политические высказывания, ну, которые мне откликаются и не близки. Стараешься в политику не лезть, да? Ну, да. Ну, как? Мнение у меня какое-то есть, но там его озвучивать или что-то такое, конечно, мне это абсолютно неинтересно. Ну, конечно, это стрёмно. Зуль нас следит. Любимая, что ли? Вся какая-то нездоровая прям. Ну, она такая духа. Ладно, да нет, не мой стиль. Блин, меня как бы сейчас вонзят. Или я вонзил, да, я вонзил. Да, Виктор, в честь победы. Вот так вот, хейтеры. Мы выиграли!